Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». И я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня инвест-проект, называется «Спортвест Капитал». Работает он уже месяц. Значит, так вот он выглядит, спортивный арбитражный трейдинг. Значит, здесь можно это все ознакомиться и прочитать. Значит, тарифные планы. Повторюсь, я делюсь с вами лишь только информацией. А решение вы уже принимаете сами. Нужен вам этот проект или нет. Значит, первый план от $5 до $999. В рублях 325 рублей. Минимальный депозит, максимальный 64 999 рублей. Далее идет по нарастающей. Значит, от $1000, это в долларах, и в рублях от 65 тысяч. И третий план от 5000, это в долларах, и в рублях 325 тысяч. Минимальный депозит. Здесь 3,2%, 2,5%. Я буду заходить вот на 1,8% в сутки. Депозит на год. Понимаете? Не на 24 часа там. Это серьезно, как бы компания. Вот. Реферальная программа 5, 3 и 1%. Я буду заходить на 325 рублей. Вот. На минималку, потому как я зашла в кабинет, но вот у меня 341 рубль. Ну, я думаю, мне хватит как раз на минимальный депозит. Так. Вот. Просто больше у меня нет. Здесь калькулятор. Можно рассчитать свою прибыль. Так. Здесь идет график доходности. Август, сентябрь. Ну, здесь почему выбирают нас. Это все тоже можно почитать. Стабильный высокий доход, зарегистрированная компания, моментальный ввод и вывод средств, надежная защита инвестиций, доход в рублях и долларах и поддержка 24/7. Здесь у нас последние депозиты, последние выплаты и платежные системы. Visa, Яндекс, Advanced Cash, Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum. Здесь вот нажмем, есть служба поддержки. Как бы, да, можно общаться. Ну, если возникнет вопрос, можно спросить. Так, далее что? Здесь вот о компании можно прочитать. Я все делаю в режиме онлайн. Вот о компании здесь все можно прочесть у них. Так, вот у них первая букмекерская контора, вторая. И вот. Так, далее, что еще? Партнеры. Партнеры я уже вам сказала. Тоже можно ознакомиться. Так, сейчас у меня загрузятся партнеры. Так, реферальная программа для участников, для представителей. Вот. И бонусная программа тоже есть. Вот. Далее, вопросы-ответы. Я все зачитывать не буду. Если кого заинтересует, сами прочтете. Про компанию, про регистрацию, про личный кабинет, про инвестирование. Значит. И хочу показать так. Про вывод. Через какое время я могу вывести свою прибыль. Самое главное, такое вам сочетаю. Вы можете выводить прибыль в любое удобное для вас время. Сразу после начисления прибыли на баланс в личном кабинете. Как вывести свою прибыль? В личном кабинете перейти в раздел «Вывод средств». Ну и так далее. Да? Так, в течение 1-5 минут, кроме биткоин и этериум. Операции в криптовалюте обрабатываются 24 часа. Есть ограничение по сумме, которую я могу вывести. Да, минимальная сумма на вывод в долларах 0.2 цента. Это 20 центов или 10 рублей.
этим разобрались, так? Ну и комиссия за услуги может быть от 0 до 4% в зависимости от платежной системы. А, ну это у нас, как всегда, платежная система берут комиссию. Так, ну, фау, кого заинтересует, прочитайте. Здесь вот отзывы, очень много отзывов. 53 страницы. Далее, новости. Так, дарим подарки. 3 октября. Значит, что у нас? 5 октября ровно месяц, как компания Sportvest Capital запустила онлайн-платформу. За это небольшой, но очень важный срок для всех нас. Ну и так далее. Значит, здесь что у нас? Разыгрывается $500 с блогом. Ну, тут сами почитайте. Далее, что еще есть? Значит, мы дарим $10 на депозит всем, кто оставит видеоотзыв о компании. Обязательные условия. Длительность до 1 минуты. Партнер должен присутствовать на данном видео. Видео должно быть размещено в соцсетях или на YouTube. Ссылки с видео присылать на вот этот электронный адрес до 7 октября. Значит, у меня еще есть время попытать, ну, попытка не пытка, правильно, можно и послать. Значит, здесь контакты. Если у вас возникнут какие-то вопросы, как бы, да, вот где они тут находятся, показано. И что? Email, тема, текст. И нажимаем «Отправить». Далее, давайте перейдем теперь к регистрации. Регистрация у нас. Видео затянулось, прошу прощения. Вводим логин, имейл, пароль, повтор пароля. Ставим галочку, капчу и нажимаем регистрация. Далее попадаем в кабинет. Есть группа ВКонтакте. Вот она. Можно вступить в группу. Так, видео обращение исполнительного директора. Вот я смотрела. Sportvest Capital. Ну и здесь тоже, как бы, да, посмотреть. Так, вернемся в кабинет и давайте... Значит, что? Выбор валюты. Я сразу пополню. Для того, чтобы сделать депозит, сначала пополните баланс вашего счета с помощью любой доступки. Так. Я выбираю рубли. Значит, рубли. Далее. Платежная система. Payer. Далее. Сколько там было? 325, да? Минимальная сумма. Так, сейчас я вернусь на главную и посмотрю. Вроде 325. Ага, 325. Так, кабинет. Давайте опять заново все рубли. Далее, смотрите, как интересно. Платежная система Payer. Далее. И что? Вот у меня первое, да? Пополнить. Так. Не понял. Необходимость следующей ошибки. Неверная сумма. А сумму надо вписывать куда еще? Я сумму ищу. Так. Рубли. Что-то я не то сделала. Payer. Так. Далее. Ага. Так, а сумму. Лифт. Ага. 325. Нажимаю пополнить. Меня переправляют на платежную систему. Подтверждаю. И далее по схеме. Так, я пополнила кабинет. Все. Так, вот 325 рублей. Завершен. Так, значит, теперь что? Депозиты. Депозиты.
Это для пополнения платежной настройки. Так, я уже внесла. Он уже, наверное, в работе. Сейчас посмотрим. Значит. Так, здесь пополнить. Значит, депозиты. Ага, операции. Угу. Значит, что здесь? Вот, завершен. Так. Что у меня здесь? Так, отфильтровать. Так, сегодня депозит. Ага. Добывать средства сегодня. Так. Завершен, завершен статус. Ну-ка, нажмем так, посмотрим. Угу. Так. Операции. Так, завершу. Надо теперь что? Надо его активировать. Значит, открываем депозит. Значит, вот вкладочка депозита. Выбираю рубли. У меня 325. Первый у меня этот. И пополнить депозит. Так. Так. Для пополнения депозита с баланса выберите валюту, сумму то есть на балансе. Нажмите кнопку «Пополнить депозит». Вот так. Рубли. План. И пополнить. Так. Что-то я не того делаю. Секундочку. Он у меня уже пополнен. А я все активирую. Значит, смотрите, сегодня 21.04.325. Лифт. Вот у меня прибыль. И завтра будет начисление. Активный. Все. У меня открыт депозит. Далее быстренько по вкладочкам. Видео затянуло. Значит, здесь вкладочка «Вывести». Так. Значит, выбор, опять рубли, и далее платежная система, сумма и так далее. Например, рубли, нажимаем далее, платежная система, рубли, выбираем платежную систему, например, далее вводите сумму и вывести, так, комиссия 1% написано. Далее что? Так, операции я вам показывала, так. Далее платежные реквизиты указать. Здесь очень много. Далее реферальная система. Значит, партнерская ссылочка находится. Так. Далее рекламные материалы. Баннеры. Настройки. Так, что у нас здесь? Ну и отзывы. Ну, в принципе, и все. Смотрите сами. Хотите, присоединяйтесь. Ну, не хотите, пройдите мимо. На этом все. Всем удачи, больших заработков. По выводу я буду периодически делать видеообзоры. Ну и можно делать депозит, как бы инвестировать с баланса еще. Как бы увеличивать депозит. Это, естественно, я тоже буду делать. Не так же просто я сюда сошла. Правильно. Всем удачи. До новых встреч.